15 ноября в зале детской школы искусств Аула Кашахабль прошел муниципальный этап республиканского конкурса «Класс безвредных привычек». В нем приняли участие учащиеся 7-8 классов со всех общеобразовательных учреждений района. Конкурс проводился в целях совершенствования работы по первичной профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся общеобразовательных учреждений, противодействия распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой и молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни. Всего было 3 этапа – оценка плакатов, театрализованная постановка «Класс безвредных привычек», отчет классного руководителя о проведенных мероприятиях. Оценивала выступление команд компетентное жюри, состоящее из работников администрации района и управления образования. Можно выключить свет. Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет. 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 Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить. Я за. Если ты не сделал свой выбор сегодня, то завтра будет таким же, как вчера. Я за. Сейчас решится, ценишь ли ты свою жизнь. Готов ты быть ответственным за наше будущее и встать с нами в один ряд. Я за. Мы за! Каждый день сам себя побеждай, будь выносливым, не сильный.
Все жители планеты берегли экологию и придерживались здорового образа жизни. Все, кроме Бабы-Яги. Посмотрите, тощие, костлявые, а все спорт, здоровое питание. Им здоровое питание, а мне что, кости грызть? О-хо-хо-хо. А в это время в штабе ресурсного центра добровольцев продолжаем собрание, все на месте. Мишина проводит акцию «Фитнес для тех, кому за 60». Тамерлан и Артем Тимур устраивают праздник для малышей, а так вроде все на месте. А Волошин где? Он же никогда не опаздывает. Волошин на акции «Поход в город для тех, кому за 70». Когда вернется? Сказал, что через 2 недели. Ну, не знаю. Все прекратили. У нас важная миссия. Мы должны привлечь к здоровому образу жизни Бабу-Ягу. Ничего не выйдет. А может вообще съест? Ой, мамочки. Не пущу! Пылесосы не покупаю! Эваном не мажусь! В Бога не верю! Уходите! Это волонтеры! Открой, бабушка! Волонтеры? Пионеров я знаю! Тимуровцев я знаю! В Бога не верю! Что это такая? Мне. Мне и так хорошо. Во! Мне ваше здоровое питание к чертям. Был у нас на днях один иностранец. Фамилия какая-то странная. Как его? А, вспомнила. Вегетарианец. Что за страна, увы, не знаю. Так вот, у меня все про капусту, да полезные свойства морковки рассказывал. Да, я его и сварила с морковкой и капустой. Костлявый оказался. Нельзя же, бабушка, людей есть. У вас друзья-то, наверное. А не лягушки болотные, да Кощей бессмертный. Какой там? Кощей в йогу ударился. А лягушки на болоте. Фитнес-центр открыли. Скачут день до ночи. И ты, Баба-Яга, займись своим здоровьем. В нашей жизни все мгновенно. Все проходит и пройдет. Спортом надо непременно заниматься круглый год. Прыгать, бегать, отжиматься, груз тяжелый поднимать, по утрам тренироваться, 100-метровку пробегать. Ой, ладно, уговорили. Сейчас станет за бабахой. Включай музон, детка. А если серьезно? Друзья, надеемся, что вы в своем пути будете выбирать только здоровый образ жизни. Без глупого риска,
без алкоголя и наркотиков. Будьте здоровы и жизнерадостны. Никогда не забывайте, что только вы решаете свое будущее, и никто другой не вправе решать это за вас. Мы сами творцы своего будущего, и никто не должен себя сотворить сам. Кто поднимет тебя к небесам? Только сам! Кто не свергнет тебя с высоты? Только ты! Чем расплатишься ты за проигранный бой? Лишь собой! Жизнь прекрасна. Мы хотим любить, верить в честность и добро. Мы за это, за весь белый свет. Жизнь да, смерти нет! И наступит пусть мир и покой, если следовать мысли простой. Стать добрее, сильнее, теснее. Мы выбираем жизнь, и это всего добрее. И сейчас не потому ли назовут меня грязнюлей?
Честно, я скажу ребятам, быть опрятным, аккуратным очень трудно самому. Сам не знаю почему, вещи всюду я бросаю и найти их не могу. Что схвачу, в том и бегу. Где штаны, а где рубаха? Я не знаю, я неряха. Вы компания на славу, только скучно что-то стало. Мы поем и веселимся, и играем, и резвимся. Ну а вы грустны, плаксивы, вы неряхи, вы ленивы. И обжоры, и слепцы, словом, попросту глупцы. Нам, увы, не по дороге, уносите, братцы, ноги. Не найдете среди нас, вы друзей себе сейчас. Все мы любим умываться и опрятно одеваться. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. К спорту мы неравнодушны, аккуратны и послушны. Вот любимые продукты – витамины, соки, фрукты. Мы сильны, крепки, красивы, все на зависть и на диво. Хором скажем вам сейчас – нету места среди вас. Я желаю вам, ребята, быть здоровыми всегда. Но добиться результата невозможно без труда. Постарайтесь не лениться, каждый раз перед едой, прежде чем за стол садиться, руки вымойте водой. И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам. И, конечно, закаляйтесь, это так поможет вам. Свежим воздухом дышите по возможности всегда. На прогулки в лес ходите, он вам силы даст, друзья. Мы открыли вам секреты, как здоровье сохранить. Выполняйте все советы, и легко вам будет жить. Пропагандировать здоровье всегда мы будем. Пока, Крищу! Мы за здоровье, мы за
счастье, мы против боли и ненастья, за трезвый разум, за ясность мысли, за детство, юность, радость жизни. В нашем классе все танцуют, а еще поют песни. Лепят, строят, изучают, ничего не выпускают. Но здоровье выше всех, нам оно дает успех и в учебе, и в труде, с физкультурой везде. Паруса, свой полет, пошли нелегким все войскам, заряжай. Выше заряжай, выше облаку паруса. Вам скучно? Тебя ничего не привлекает? Тебя не понимают ни родители, ни сверстники? Тебе не с кем поговорить по душам? Вы потеряли куск жизни? Тогда мы идем к вам! Меня зовут Наркотик, предлагаю удовольствие для тех, кто в этом нуждается. Я алкоголь, я сильнее всех на свете, ноги и руки у меня длинные. Если кто подружится со мной, изменит всю свою недолгую жизнь. Мое имя Никотин, я красив и силен, всем светом я знаком, очень многим я нужен. Мозг и сердце я дурманю, молодым и старикам, скажем прямо, слабакам. Я не сбочиваю питание, желудок у меня ненасытный. Я большой гурман еды, люблю есть все подряд. Я сквернословие, говорю на всех языках мира. Голову держу высоко, язык у меня необузданный, глаза бесстыжие. Мы рады с вами познакомиться, а теперь у нас для вас подарки. Вот тебе стенокардия. А вот тебе инфаркт миокарда, обширный-преобширный. Вот тебе рвота. Вот тебе туберкулез. Вот тебе кашель. Вот тебе тошнота. Вот тебе язва, свежая и пресвежая. Вот тебе рак легких. Вот тебе слабоумие, а вот тебе склероз. Выше неба паруса, свой полет по жизни легкий свет. В нашей жизни не бывает без проблем, будь сильнее обстоятельств, ведь ты человек. Тебе нечем заняться? На тебя никто не обращает внимания. На спортплощадку иди и себе друзей найти. Книги, музыку включи, послушай на досуге. Папа, загорай, спортом занимайся. Книги читай, танцами увлекайся. Уйди в учебу, найди свое призвание. Как сумасшедший, лети на свидание. Ведь ты человек, ты венец эволюции, ты разума носитель. Так не веди себя так, словно ты дьявол разрушитель. Внутри тебя добро и зло, и слово за тобой. Это слово лишь одно, да или нет. Нам, наверное, не надо принимать эти подарки. Давай отдадим им скорее их обратно. Не нужны нам такие друзья, давай вернем эти подарки. По итогам конкурса на основании решения жюри победителем стала школа номер 9, классный руководитель Жанна Мамишева. Призерами стали СОШ номер 11 и СОШ номер 13. СОШ номер 8 стала победителем за лучший плакат, СОШ номер 4 – за театральную постановку, СОШ номер 3 – за презентацию классного руководителя. Поздравляем победителей и призеров конкурса. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабльского района.